Сегодня в первом часу ночи на перекрестке Малышево-Восточная приключился неравный бой двух братьев «Фольксвагенов». Ну, не родных, а таких больше кузенов, или, может быть, даже вообще троюродных. В одном месте, в одно время судьба столкнула подорожник «Поло» и микроавтобус-транспортер. Декорация такая. Легковой «Поло» катился по Малышево от моста в сторону центра полуторамиллионника. На борту было 4 человека. 25-летний пилот, его друг и две 16-летние школьницы на заднем диванчике. Транспортер, приписанный к водоразливающей фирме, пилотируемый 23-летним водовозом Юрием, ехал в ортогональном направлении, то есть по улице Восточной, которая, по словам классика, как стрела прямая, от Малышева в сторону Ленина. На перекрестке Малышево-Восточная случился удар. Более тяжелый брат-транспортер воткнулся носом в левую заднюю часть значительно более мелкого «Поло». При сложении сил легкую легковушку выплюнуло на тротуар, без последствий для пеших, коих зимой в первом часу ночи немного. А водовозка с расквашенным носом по инерции проехала через перекресток, пересекла встречку и снесла и без того уже битой мордой металлическое ограждение. В транспортере находился только водитель-водовоз Юрий, он здоровьем не повредился. А вот в более мелком половичке народ при боковом ударе изрядно встряхнуло. И трое из четырех отъехали в больницы. 25-летнего пилота с ЧМТ увезли в 24-ю травматологию, а двух 16-летних девчат с сотрясами и ЧМТ на карете отправили в 9-ю детскую клинику. Уцелевший в «Поло» пассажир поведал про стукнувшегося головой пилота невеселую историю. Не-не-не, смотрите, там кто-то прогал, да? Ни хрена не помню, отключил полностью. Казалось бы, все в целом понятно, осталось выяснить, кто виноват, то есть кто ехал на красный, ибо светофор в первом часу ночи на этом перекрестке работал, и неожиданно нарисовалась сенсация. Оказывается, оба пилота, по их словам, катились на зеленый, что в ортогональных направлениях исключено. Ехал по восточной стороне, в сторону Ленина. Выскочил по Volkswagen Polo на красный свет. Я пытался столкновение и в правую сторону. Не получилось. Вот. Результат. Пассажиром? Я вот пассажиром здесь. А и как развивалось-то? Расскажите. Вы по Малышево ехали со стороны? Мы выезжали оттуда. Буквально секундное действие, все и удар. Все, что могу сказать. А водитель что-то пояснил, нет? Он сказал, что он ехал на зеленый. Ну, я на зеленый ехал, он как понял, на красный. А какие-то регистраторы, там вещи есть? Ничего, у меня нет, у него, походу, тоже нет. Казалось бы, вот кому поверить? Один водитель в сознании и полном здравии, а другой стукнулся головой и ничего не помнит, по словам его пассажира. Вот, и гаишники решили, что виноват Половод. Именно он выехал на перекресток на красный, о чем гаишники поведали в своем официальном пресс-релизе.